Борис Иванович Сизов родился 28 июня 1921 года в деревне Москвино Тейковского района Ивановской области. В апреле 1942 года был призван в Красную армию Тейковским военнокоматом, в действующей армии с ноября 1942 года. Боевой путь сержант Сизов Борис Иванович начал в 179-м Гвардейском конно-артиллерийском минометном полку. Погиб 10 марта 1945 года на территории Польши в бою с отступающими на запад солдатами и офицерами дивизии СС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм Сизову Борису Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.